Работа парламента, международные контакты и нужные для страны законы обсуждены на встрече президента со спикером Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Александра Лукашенко интересовали не только результаты законотворческой деятельности, но и сам депутатский корпус. Он обладает серьезным кадровым потенциалом. Очередная парламентская сессия стартует 2 апреля. Сегодня в постоянных комиссиях Нижней Палаты для принятия в первом чтении готовится 17 проектов законов, во втором еще 20. Планируется завершить работу над целым рядом документов по вопросам госзакупок, защиты прав потребителей и многих других. Белорусский экспорт товаров во Вьетнам после создания зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом вырос на 40%. Последовательное укрепление экспортных и инвестиционных позиций на внешних рынках приносит серьезные дивиденды. Завершается подготовка соглашения, ведущего к зоне свободной торговли с Ираном. Ведется активная работа по аналогичным соглашениям с Сингапуром и Сербией. В ближайшее время Беларусь выйдет на переговоры с Индией и Египтом. БГУ впервые вошел в топ-500 лучших университетов в мировом вибометрическом рейтинге. За год вуз поднялся на 19 позиций. Всего в рейтинге учитываются данные 27 тысяч вузов. Среди университетов стран СНГ БГУ уступает только Московскому государственному университету имени Ломоносова. Белорусский вуз впервые обошел в рейтинге Санкт-Петербургский государственный университет.